Честно говоря, я небольшой любитель артишоков. Как-то как не приготовлю, ну, не особо мне нравится. Трава и трава, но я знаю людей, которые от артишоков просто балдеют. Считают, что это царская такая кухня, царское лакомство. Ну и за границей, там, в Англии тоже любят артишоки. Ну, как правило, люди богатые. А как растут артишоки? О, вот они, смотрите, какие заросли. Это и есть артишок. Вот, вот это вот и едят. Да, вот эту вот корзинку. Ну, если ее, конечно, уметь правильно приготовить. Вот. Видите, какое огромное растение. Такая огромная, как бы, колючка. А, ну что ж. Выращивать артишок несложно. Выращивать его только надо рассадой. Растения, которому не страшны сорняки. Какие тут сорняки? Тут ни один сорняк не пробьется. Подкармливать, естественно, поливать. В общем-то, артишок, он хорош даже как декоративная культура. Вот посадите где-нибудь на клумбе, посередине клумбы будет расти, радовать вас. Ну, если научитесь готовить артишоки, ну, слава вам и похвала. Ну и присылайте, конечно, рецепт, если научитесь, потому что я так и не сумел полюбить артишок. Он у меня растет чисто в декоративном виде.